Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 марта. Раз уж мы говорим о недостатках наших растений, про рассаду, я только что говорила, вот, когда листья изменяют цвет, что делать. Я сразу же отвечу на один комментарий, он вопрос или комментарий, как его назвать, которые встречаются очень часто, это именно про перцы. Перцы у нас очень часто дома, вот когда еще выращиваем на окне, появляются бутоны, появляются цветы. И люди, каждый второй задумывается, что делать, удалять это все, выщипывать или пытаться дорасти, ну как, довести до высадки в открытый грунт. И вот сегодня Светлана Кирокосян написала мне: у меня на сладком перце, сорт медаль, бутоны формируются, рассаде 6 недель, она 7 сантиметров, 8 настоящих листьев и пошла развилка. Растет в 100-граммовом стаканчике, пикировала 5 дней назад, сеяла с вами в январе, что делать? Вот это очень хорошо, что когда человек хочет получить ответ на свой вопрос, она очень подробно все изложила, и это дает мне представление, ну то есть я могу представить полную картину, и после этого, конечно, я всегда говорю, что хочется спросить, где вы живете, ну вот видите, умная девушка, женщина дальше пишет: живу в Пятигорске, хочу в первых числах апреля высадить поддуги. Раньше поддуги ничего не высаживала. Температура в апреле плюс 10, плюс 30, ночью плюс 5, плюс 18. Вот вы понимаете, если бы она сказала: я живу с вами рядом в сибирском регионе, я, возможно, ей сразу же сказала бы, что лучше бутончики прищипнуть, потому что до высадки в грунт еще очень-очень долго. Но человек пишет, что он живет в Пятигорске и в апреле плюс 10, плюс 30. В этом случае, возможно, эти бутоны можно даже и не выщипывать, а можно их сохранить и даже молодые завязи. Вот видите, в чем разница, когда человек задает вопрос: у меня зацвел перец, что делать? Так ведь у нас разные регионы, разные условия, и каждый делать должен, ну, в соответствии со своими условиями. Вот я расскажу про себя. У меня, когда возникают бутончики, я сразу смотрю, смогу ли я дотянуть их до высадки в грунт, например, в теплицу или под те же дуги, и смотрю, сколько осталось время. Если вот говорить именно про ситуацию Светы, сейчас середина апреля. Если она хочет, сейчас середина марта, она хочет в первых числах апреля высадить, то есть осталось всего 2 недели. Значит, эти бутоны можно не выщипывать. Вот они бутоны. Пока они зацветут, пока они выдвинутся полностью, пока зацветут. Но опять же, меня насторожило то, что он растет в 100-граммовом стаканчике, это очень мало. Сразу скажу, что 100 граммов для цветущего перца будет недостаточно. И тогда он эти цветы сбросит сам. Ну, недостаток питания. Вы понимаете, 100-граммовый стаканчик это вот стопочка. И там будет цветущий перец, которому нужно очень много питания на формирование вот этого цветка, на формирование завязи, потому что когда растение цветет, очень много сил уходит на это, и силы, питание, ну сами понимаете, это для них где-то рождение, все. Если вы хотите, Свет, сохранить, вот, например, вот эти первые цветы, первые плоды, которые у вас будут, конечно, это самый ранний урожай, самый желанный, самый долгожданный, вам нужно просто его сделать осторожную перевалку без повреждения корневой системы, в более большой горшок. Но возьмите полкилограммовые, вот 500 миллилитров стаканы, насыпьте полстакана земли, поставьте вот этот вот комочек земляной, обсыпьте землей так, чтобы не повреждать ком, чтобы бутон, он сам собственноручно не сбросил эти цветы и бутоны. И вот это у вас будет самый первый, самый ранний урожай. Пока этот перец освоит вот этот вот земляной ком, который больше, пока он будет наращивать новую корневую систему, у него немного замедлится вот это вот цветение, формирование вот цветов, завязей. Вы увидите, что он в первую очередь бросит силы вот на освоение новых земель. И так вы немножко его затормозите. У него возраст будет увеличиваться корневая система. Но цветок будет медленнее формироваться. И когда вот это вот все, как раз вам 2 недели на это хватит, когда вот это вот все он заполнит корнями, и в это время расцветет цветок, то вы, если сможете нежно пересадить, как я вот делаю, не разрушая земляного кома, выкапываю ямочку,
кладу туда перегной, осторожно, не поливая до этого 2 дня перец, чтобы он был, как ком не разваливался, осторожно его вытаскиваю, ставлю в эту ямку, присыпаю вокруг, поливаю, и ни один цветок не опадает, ни одна зависть не теряется, иногда прям с перчинками. Поэтому вот смотрите, тут такая ситуация. Если бы вы были в холодном регионе, я бы вам посоветовала прищипнуть. Выщипнуть, потому что цветение дома, образование плодов дома, особенно сейчас, это еще только середина марта, оно сильно обессилило бы растение, и урожай понизился бы. Но так как вы живете в теплом регионе, у вас всего осталось 2 недели до высадки, то вам реально сохранить эти цветы, эти бутоны, и даже, может быть, плодики маленькие, но только в том случае, если вы сделаете перевалку в более объемный такой горшок, не повреждая земляного кома, сделайте осторожно высадку в грунт, не повреждая земляного кома, и тогда вот с этих цветов вы получите самые-самые первые плоды. Все, до свидания, желаю вам успехов. Раз вы ни разу не высаживали под дуги, я думаю, если первый опыт у вас будет положительный, то на будущий год вы будете даже рады, что у вас так рано появились бутончики, вы будете их холить или леять, чтобы они не отвалились. Желаю всем тоже успехов, познать все вот эти тонкости. Почему перец сбрасывает цветы? Как сделать, чтобы он не сбрасывал? Он у нас даже сбрасывает листья, не то что цветы. Перец капризулька такая, но к нему все равно можно найти подход. Все, весна наступает, учимся, применяем все свои знания, которые за зиму набрались, для получения больших-больших урожаев и ранних.